Итак, продолжаем наш разговор. Я, если честно, не помню, на чем я остановился. О! На чем он? А, нет, слишком мало. А, это были. Центрифьюж экстрактор. Для этого мне нужен обыкновенный экстрактор и электровайст Water Целсы. По-моему, мне 16 стеков резины. 16 стеков резины — это чуть больше, чем мне на самом деле нужно. Мне нужно 2 стека проводов для того, чтобы сделать себе Solar Array. Чем мы сейчас и займемся? Да, ладно, фиг с ним. Что здесь не нужно? Редстончик и провода не нужны. Всю резину, которая у меня есть, я превращаю в дурацкие, мерзкие, ненужные провода. И меня задолбал вот этот конденсер. Так, стоп. Немножечко для того, чтобы сделать меди, мне, конечно, нужно. Потом разберемся, сколько меди на самом деле было нужно. Так, и где-то была еще резина. Все? Вся резина, которая у меня есть? Ладно. Но на самом деле ее тут было много. Это сюда. Это больше не надо. Стоп. У меня есть еще резина. У меня все хорошо с ней. Мы сделаем. Чем больше проводов, тем лучше. Я не знаю, куда и когда они могут понадобиться. Вот теперь все хорошо. Эти провода теперь я могу использовать только для того, чтобы делать себе чокеты. Остальные провода я буду делать стеклянными, если вообще когда-то нужно будет. Для чокетов нужен редстон и плавленное железо. 4 стека редстона. И плавленого железа. Плавленого железа 1-2 стека. Раз, два, три. Все сюда. Супер! У меня еще немножко осталось, мне нужно. Нет, оно, по-моему, делается вот так вот. И оно делается из меди. Так что, извините, медь я зря выбросил. Ну, фиг с ним. Где медь? Еще нужно дерево, и кажется, оно мне где-то было. Мы будем делать трансформаторы. 8 трансформаторов обыкновенных. 8. Ровненько. А еще мне нужно сделать парочку трансформаторов необыкновенных. И у меня где-то были машин-блоки. Теперь мне нужно пожарить железо. Потому что железо кончается. Не вопрос. Жарить железо, так жарить железо. В общем-то, больше мне ничего не нужно жарить. И есть очень интересная фишечка. Я думал, что я буду использовать Dark Matter Furnace для вот такой жарки быстрой. Но, знаете, эти печки справляются. Так, у меня есть Blue Alloy. Ну, пока что того Blue Alloy, который у меня есть, хватит. Во-первых, у меня где-то были солнечные батарейки, которые я немедленно превращу в солнечные батарейки. Все остальное, что у меня есть, у меня, правда, нету шерсти. Сейчас будет. Шерсть. Она вообще должна быть как... А, у меня есть нитки. Столько хватит. И... О, точняк. Мне нужны... Так, возьмем еще немножко шерсти. Мне нужны синие цветочки. Для того, чтобы синих цветочков... Ну, много, кстати, не надо. Сделать себе... Что у меня всего 3 куска шерсти? Я хотел... Хотел стек. Дело в том, что... я хочу, чтобы мои провода... из Blutricity... были, ну, если оно блютрисите, синего цвета. Дальше все очень просто. 24, так, 24, где-то была пила. Стоп. А, ну да, нормально. Никаких проблем. Боже, сколько я их сделал. Ну, больше это не значит меньше. Это идет сюда. Здесь у меня есть вот это. 24, 37. Нормально. Всего хватает. Так, и мне нужен один. Ага. Всего один вот этот кабель.
Так, это пока остается здесь. Пошли, пошли устанавливать. И черт, опять нужно кушать. Но на этот раз мне хватило EMC. Ну, EMC было ровненько, чтобы не искать еду. Как они летают. Ничего, скоро долетайся. Эндермен, а ты не хочешь мне навалять? Я здесь. Он, правда, сейчас улетит. Ха-ха-ха. Он улетел. И не обещал вернуться. С эндерменами мы разберемся позже. Дело в том, что здесь располагать обыкновенные провода, которые на стеночках, как-то не очень удобно. Поэтому я сделаю так же, как и здесь. Вот, вот так. Вот, ой, вот этим кабелем. Да. Почему бы и нет? Красивый синий. Намекает о том, что у меня блюдвисити. К сожалению, я не смог сделать его таким. Ну, он не очень синий, который сине-зеленый. Не зеленой краски. Была бы зеленая краска, было бы счастье. И вывести вот это куда-то сюда. Даже не сюда. Сюда. Здесь всего один кусочек вот этого кабеля. А дальше солнечные панели. И об этой конструкции можно забыть навсегда. Меня не интересует, что здесь, ну, происходит. И, кстати, я на досуге почитал полной загрузки вот этих геотермальных генераторов, которые у меня есть. Хватит на то, чтобы сдать 10 миллионов, и еще чуть-чуть останется. Стало время делать, если у меня есть олово. Настало время делать, хватит. Стека, это, стека слишком много. У меня еще тут где-то были эти ячейки. Как он называется там? Ну, да, электровайзер. А почему всего 61? Ладно. Вот два стека вот этих вот штук мне еще потребуется. По-моему, вот так вот. У меня были машинные блоки. Вот так вот. И вот так вот. Я угадал. Мне нужно 7. Ровно 7. Вот этих вот Water Cells. 2, 1. Прекрасно. Эту фигню я размещаю где-то здесь. Никаких проблем. Она тут же начинает работать и пригоняет все электричество, которое генерят мои генераторы. Ну, не все, конечно. В заряженные водяные банки. Это нужно, чтобы сделать экстрактор. Так, собственно, если мы заговорили об экстракторе. У меня где-то... У меня был. У меня не было краников. Или были крантики? Да, у меня есть один крантик. Соответственно, нужно сделать всего 3. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Три крантика. И мы делаем себе... Черт, неудобно. Экстрактор. Экстрактор. Супер. Мне нужен Advanced Machine. Что-то там. Я возьму себе стек. Да, я же жарю. То есть массерирую. 4 стека. Я могу взять себе 1 стек. Конечно, нужно было сделать 2 компрессора. Но и так неплохо. Оно работает? Нет, не работает. Потому что я сделал глупость. Вот так оно работает. Так, что дальше? У меня почему-то светло, хорошо, но у меня здесь никто не спавнится. Может быть, виноваты факелы? Но вроде бы нет. Земля под воздухом. Должны спавниться. Должны спавниться кто-нибудь хороший. Да, я сделаю вот так. Вообще, мне нужны куры. Потому что мне нужны перья. Но от коров я тоже не откажусь. Потому что мне нужна нормальная еда. Мне надоели грибы. И раз уж вы там спавнитесь, давайте вы это будете делать так, чтобы я... ну, в общем, чтобы вы не выпрыгнули. Вот это мне, кстати, не нужно. И вот это тоже больше уже никогда не потребуется. Смотрим, есть ли у меня Advanced Machine Block и есть ли у меня... Да, Advanced Machine Block есть? Нет. Электровайст Water Cells'ов у меня пока нету. Значит, я могу сделать себе... Лазер, на самом деле, могу сделать. Но пока я сделаю себе... Так. У меня кончились машинблоки. Ладно.
Машинблоки кончились, так и запишем. Машинблок. Advanced машинблок. Advanced машинблок ожидает экстрактора. Прекрасно. Пока что можно сделать стек генераторов. Для этого нужен стек печек. Две есть. Ага. Нужно еще немножко кобла. Пока хватит. Так, что мне не нужно? Мне не нужно вот это. Тоже больше никогда не пригодится. Раз. 39. 63. Ну ладно. У меня будет одна лишняя печка, которая тут же мгновенно... Где-то я видел печку. Одна лишняя печка, которая тут же мгновенно... Которые все остальные печки тут же мгновенно становятся... Мне пора начинать хранить энергию в чем-то более серьезном. Так, которые тут же мгновенно превращаются в железные. Железа нужно сейчас будет много, но не расстраивайтесь. Так, стоп. Раз, два, три, четыре, пять кусков железа. 2 миллиона. Мне нужна какая-то более клейнстаристая клейнстар. Ладно, разберемся. Где-то были печки. А, печка у меня в кармане. Печки. А у меня есть... Сколько стеков железа? Мало стеков железа. Много стеков железа. У меня есть много стеков железа. И мне нужно стек батареек. Ну, то есть, на самом деле, 4 стека батареек, потому что они делаются по неудобному рецепту. И дайте олова. И дайте пару стеков редстона. Супер. Это были провода. Вот сейчас вот все, что у меня есть, превращаем в батарейки. Потому что мне нужно... О, супер. Потому что мне нужно все. Теперь у меня есть стек генераторов. И можно выложить рецепт. По-моему, да, точно помню, вот так вот. Вот эти не в виде банок. Что у меня с... Мастераторы мастерят. Им еще... И они еще продолжают мастерить. Ну, пусть мастерят. А я пока убедюсь, что то, что я сделал, является рецептом солнечной батареи. Мне нужен стек солнечной батареи. Сколько у меня на центрифужили? Здесь мало. Давайте пока посмотрим, что можно себе сделать. Эндерчест пока не могу. Центрифьюж экстрактор делается, биофуэлкэнс надо проверить. EU делается, коллектор сдали, MVSLRA делается, Splash Potion не могу сделать, шасси сдали. Фрейм мотор! Давайте посмотрим, что за него дадут. Если честно, я не помню. Для фрейм мотора мне нужна пила и алмазный блок. Всего один. Правда, потом еще потребуется железный блок. Но не проблема. Железный блок. Из железного... Ну, в общем, сейчас я делаю... А, черт, мне нужно два... Ну, мне нужно два алмазных блока. Нет, стоп, вот так. Для того, чтобы сделать себе... Вот эти... Зачем-то я их делаю себе две штуки. Ну, пусть будет две штуки. Одна не нужна. Мне нужна медь. Стека меди мне хватит. Это намного больше, чем то, что мне потребуется. Так, как я помню, мне нужны Iron Bars. Чё, все? Больше не дадите? Стоп, я не то сделал. Так. Я не знаю, сколько мне их нужно, но я сделаю себе три комплекта. Так, и железо. По-моему, делается вот как-то так. Так, сколько мне нужно? Раз, два, три.
По-моему, мне нужно всего два этих самых моторчика. То есть два набора катушек. Все. Все остальное идет в сундук. Iron Bars, и потом разберемся. Где-то у меня еще был Blue Alloy. По-моему, две штуки нужно Blue Alloy. И, если честно, по-моему, моторы делаются вот так. А мне один нужен мотор. Да. А фреймовый мотор все то же самое, но с вот этой штукой. Во. Можно идти сдавать фреймовый мотор. И, блин, где мои курицы? Я уже хочу эндермена. Да, на эндерменов охотятся без колец из Equivalent Exchange. Он улетел, но не обещал вернуться. В общем, охотиться без колец очень тускло и печально. Давайте посмотрим, что нам дадут за фреймовый мотор. Наверное, что-нибудь полезное, потому что он не такой дорогой. Что нам зажгут? Черную, зеленую или какую-то из этих? Зеленую. Прекрасно. Пошли воевать. Зеленый, наверное, сверху. Нет? А, да, сверху. Пошел вон. Улетай. Карлосом. Вот это интересно. Во-первых, это намек на то, что нужно бы сделать себе ядерный реактор. Но идите нафиг, я не хочу себе ядерный реактор. У меня и тут все неплохо. Так. Кто-то заспавнился, и это пауки. С крипером. Ребят, вот вас я не ожидал. Это плохо. Ладно, сейчас я там заспавню себе курей. Во-первых. Куры. Млеки, яйко. Мало кур. Фишка в том, что это топливо. И это очень дорогое топливо. Сколько оно стоит? 40-50 тысяч EMC. То есть мне сейчас дали просто EMC для того, чтобы я У меня сейчас этих алмазов будет. Такс, дальше. Давайте мы будем делать красную материю. Мне нужны куры. Количестве. Это мало. Но, в принципе, мне нужно всего лишь парочка кур. И вот так вот. Я знаю, что эти ребята очень любят сваливать, поэтому за ними нужен глаз да глаз. В принципе, мне одной живой курицы, большой взрослой курицы хватит. К сожалению, эти сволочи будут здесь расти. Это долгий процесс. Но пока они здесь растут. Электричество я сдаю. Фрейм-мотор я сдал. Я не могу сделать себе ничего хорошего. Я могу сдать банки. Да, я уже почти могу сдать банки. Че, у меня сколько лишних банок мне напроизводили вот их. О, сколько они мне напроизводили. А что здесь не хватает? А здесь всего хватает. Он, видимо, берутся из этого, а из этого не берутся. Окей. Стоп, чего-то не хватает. Не хватает пустых банок. Это может быть проблемой. Немедленно наделать себе пустых банок. И чем больше, тем лучше. Все остальное есть. О, да. Не хватало пустых банок. Отдайте. И вот это тоже отдайте. Сами разберетесь потом когда-нибудь. Бензинчик делается. О, кстати. А, биотопливо есть? Ну, мы вам дольем. Мы не жадные. А вот это биотопливо я себе сложу, потому что мне еще с пчелами разбираться, и там тоже потребуются моторчики. Так, что дальше? Что у нас происходит здесь? 5. Нужно 7. Что у нас происходит здесь? Это не важно. О, я знаю, что. Нет, пока я не... Нет, пока я себе сделаю лазер. Рецепт лазера я помню наизусть. Вы уж меня извините. Это мое любимое оружие. Где-то были вот эти штуки, которые Advanced Alloy. Я помню, что я их сделал уже много.
куда я их дел? Лазер делается вот так. Вот так. И сюда, по-моему, идет Advanced Circuit. Advanced Circuit, точняк. Пожалуйста, пару ляписа, пару глоустона. Да, мне нужен всего один Advanced Circuit за всю эту карту. И то для того, чтобы сделать себе лазер. Йоу. Пиу-пиу, господа. Это, на самом деле, будет потом охота на Эндер Драгона. Он мне нужен для того, чтобы убивать Эндер Дракона. Я сдал электричество. Пойдем возьмем себе то, что нам полагается за то, что мы сдали электричество. Какая лампочка зажглась. Стоп. А я сдал электричество, потому что эти все... А, нет. Или они не работают. Или они работают. Не знаю. Голубая в голубую ходили. Черная открылась. Белая, фиолетовая. Что-то здесь тоже должно открыться. Ну ладно, потом разберемся. Может быть, не сдал. Черная это с самого бока. И, судя по всему, там дадут что-то полезное. Кажется так. Но я не уверен. Полезное. Идите. Идите, знаете, куда вы со своими. Да. Да. Идите нафиг. Почему генераторы не могут... отдавать электричество, я не понял. Но, неважно. Мне уже не интересно. Кстати, компрессор больше не нужен. Почему они так не все работают? Хороший вопрос. Ладно, неважно. У меня сейчас есть другие дела. Мне нужно сейчас дождаться, пока куры вырастут. Это будет не скоро. Арбузик. Я его не выучил, наверное. Да, арбузик это не еда, извините меня. Еда это то, что едят. Арбузиками балуются. Что дальше? Вот это мне больше не надо. Надо проверить, что у меня с Medium Voltage Solar Array происходит. Кстати, похоже на то, что я его доделал. Да. Но также это похоже на то, что мои сапплайеры возвращаются на свое законное место. Ай. И забыл о том, что у меня, ну, генератора хватило. Так, дайте мне, пожалуйста, то, что они будут массерировать. И, ребята, начинайте. Приступайте к своей деятельности. EMC мне нужно будет много. Да. А, нет, пока оставлю. Что дальше? Что дальше? Нужны куры. Я могу сделать себе Medium Voltage Solar Array. Делается он легко. И я не знаю, что за него дадут. Вот так он делается. Да, мы потратили весь стек. И мы можем сделать центрифьюж экстрактор. Супер. И сдать сразу две эти несчастные фигни. Стоп. Это не то. Нужны вот эти папки. Ура. Сейчас по законам жанра произойдет какая-нибудь фигня. Я сдал электричество. Точняк. Генератор выключен, это значит электричество туда не идет. Что же мне дали-то? Желтый, наверное. Посмотрим. Мы сходим в желтый. И давайте посмотрим, какие цвета нам сейчас зажгут. И в желтый сходим. В черном были. Сейчас нам дадут какой-нибудь красный. И зеленый. Или оранжевый, не знаю. Ну, в желтом были. Или не были. Зеленый и... Ну. Я сдал то вообще, что надо. Зеленый, розовый. О, супер. Это близко к желтому. Как раз можно сходить проверить. Круто. Все решилось само собой.
А розовый это бедрок, кстати. Ульи. О, мне дали... Наконец-то мне дали кактусы. Это значит, я серьезно могу заняться ульями. Пошли к розовому и желтому. Спасибо. Деятели. Что дальше? Что дальше? В желтом я был. Что же мне должны были дать? Вот это хороший вопрос. В зеленом были, в желтом розовом были, в фиолетовом были, потому что это билдер красный. Ладно, Ender Chest, Centrifuge и Biofuel Cans. А дайте я Biofuel Cans дам. Наверняка ведь есть. До свидания. О, а вот этого эндермена я, наверное... Нет, он телепортнулся. А чё вы здесь наспавнились? Я вас здесь не ждал. Я здесь так все плохо сделал, правда? Так. Давайте осветим здесь. Так, курицы растут. С эндерменами беда. И там есть пауки. Но пауки оттуда не вылезут. Пауки-то тусят в центре. Так-с. Плохо. Все очень плохо. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. У меня есть еще улей. Я могу начать улей. Я могу начать пчел. Дайте, пожалуйста, стек кактусов с горя. С пчелами я хотел... Но с пчелами, наверное... А, я хотел сдать банки. Точно. Я хотел сдать биофуил кэнс. Все. По-моему, этому столику хватит. Да, у меня есть стек. Хватит. Вот это я зря сделал. Вот этого. Вот этим больше не наливать. Их можно выключить. Они меня больше не интересуют. Пока что. Биофуил кэнс. А пауки пусть там мучаются. Что дают за биофуил кэнс? Очень интересный вопрос. Я не помню, честно. Красная или оранжевая лампочки. Полюбас. Полюбас красная или оранжевая. И надо будет прошвырнуться по всем. Я не помню, что давали за электричество. Кажется, электричество я сдал и там, и там. Ну, включайте уже. Что там ваш Red Power внутрях? Какую? Розовую дали. Ваш дурацкий Red Power так медленно работает? Розовенькая. Что в розовый? Намек на улье. Ладно, хорошо. Да, ульями действительно нужно заняться. И все, генераторы выключены, то есть электричество никуда не идет. То есть электричество я сдал. Фиг бы с ним. Главное теперь не забывать доставать отсюда вот эти банки. Потому что эти банки для меня топливо, которым я... Хотя, нет. Это топливо вот для этих моторов, которыми я буду питать центрифьюж-экстрактор. Но сначала я сделаю себе ульи. Если честно, я не очень помню, как это все делается, поэтому я сейчас пойду читать и вернусь к вам, когда прочитаю.